Чехия и Венгрия не заключали с Германией соглашение о беженцах. Об этом сообщили в правительствах обеих стран ранее. Ангела Меркель заявляла, что они поддержали ее идею возвращать из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС. Премьер-министр Чехии назвал это сообщение полной глупостью. Представитель венгерского правительства также заявил, что Будапешт не подписывал с Берлином никаких договоренностей относительно мигрантов.